Всем привет, с вами Несливатор, и сегодня я вам расскажу, как же вам сделать виртуальную виза-карту. Для чего же нужна виртуальная виза-карта? Ну, дело в том, что не у всех есть физическая карта по каким-либо причинам. И иногда есть такие сайты, которые требуют там вывод или пополнение с визы-карты. Ну или, допустим, один из примеров, это, допустим, вы зарегистрировались где-нибудь на eBay или на каком-то похожем сайте и хотите приобрести там товар, но товар там приобретается через электронный кошелек PayPal. А чтобы пользоваться PayPal, нам нужно привязывать какую-нибудь карту. Но у вас нету никакой карты. И поэтому вы ничего там пополнить не можете. Что же вы делаете? Вы можете создать виртуальную виза-карту и работать с ней как с физической. Также пополнять, выводить, то есть делать все, что хотите, и это очень удобно. Завести виза-карту очень и очень просто. Регистрируйтесь на Kiwi кошельке, ссылочка у него будет в описании. Ну, Kiwi кошелек у вас, наверное, есть у всех. Зарегистрировались на Kiwi кошельке, переходите в банковские карты. И вот у меня уже тут создана виртуальная карта Kiwi Visa. Но у вас здесь ничего не будет, вы здесь просто спускаетесь ниже. И помимо всех этих карт, у вас в самом верху будет создать виртуальную карту Visa. Нажимаете заказать карту, и все. И у вас есть практически настоящая Visa карта от Kiwi кошелька. Вы можете ее оплачивать, что хотите, снимать с нее, что хотите. И самое главное, что пополняя ваш кошелек Kiwi, у вас пополняется карта. То есть вся сумма, которая у вас на Kiwi, она у вас есть на карте. Если вы пополняете Kiwi, у вас пополняется Visa карта. Если вы с Visa карты что-то тратите, у вас тратится баланс вот здесь. То есть это здорово, это очень удобно, и это очень полезно в некоторых, да даже во многих случаях, использовать Visa карту, когда у вас, ну, нет возможности иметь физическую карту. Так что кому это было полезно, надеюсь, я вам помог. Вы знаете теперь, где создать можно виртуальную Visa карту. И всем пока.